Привет, привет, мои хорошие. У нас еще в октябре началась переписка с заводами, которые сотрудничают с сайтом TDCore. TDCore — это такая площадка, которая объединила в себе многие-многие заводы, фабрики и продают дешевле, чем на других интернет-площадках. И обратилась я к ним с целью сделать благотворительную акцию и для садика поставить какие-то либо игрушки, либо вещи. В садике я уточнила, что для них было бы в приоритете, и они сказали, что им надо. Вы сейчас увидите, что. Так, все, получил посылочку. Довольно большая, 3-4 килограмма. Сейчас покажу. Буду сейчас загружать и выезжать. Тут огромная посылка. А сколько на 35 килограмм? 34. 34. Ох, что себе. Опа, ключ возьми у меня в кармане. Сейчас. Вон, Роман. Ну, тяжело, конечно. Сейчас ждем, когда нас пропустят. Сейчас все согласуют. Здесь все по-взрослому. Здесь на Новый год стояла целая куча всего. Так интересно было. Нет, должны быть документы, должны быть. Они не упаковывали, они говорят, ничего, говорят, Саша, если будет без индивидуальной упаковки. Это постельное белье разные. Это ничего страшного. Так, давай открывай тогда вам. Давай, сейчас я телефон свой заберу. Нет, да? Так, так что я вас не захватила. А, да, сейчас. Так, а Ром, а нету документов? Ну вот нету. Что, не положили? Обычно кладу документы. Может, по электронке отправить? Слушайте, да нету. Нет, там накладная прям должна быть. Что-то не положили накладную. Ну так можно посчитать, сколько здесь. Да нет, чтобы мне на подачок поставить. Ну что, по 10, что ли? Да. Да, по 10. 7, 8, 9, 10. Да, по 10. Упаковка и вот эти отдельно. Тут, наверное, 40. Тоже 40? Да, получается. Да. Надо проверить, знаешь что, а не полностью здесь комплект или нет. Ром, они могли, знаешь, что сделать? Они могли положить, допустим, куда-то простыни, куда-то под одеяло. А, да, они... Нет, мне кажется, нет. Да? Почему? Потому что они мне спросили, вы, говорит, не будете просто мы так? Я говорю, да нам-то все равно. Ну, посмотрим, давайте. Так, вот это у нас получается комплект полностью, да? Полностью комплект. Под одеяльник у нас просто... Это будет. Вы их попросите, может, нам наш адрес они скинут? Да, вы мне дадите, я попрошу, чтобы они накладную скинули вам. Это комплекты разные, такой желтенький. Это бязь, да, или это ситец? Бязь, да? Хлопок на 100%. А там что написано? Хлопок 100% написано. Такой тут приятная расцветка, мне кажется. Это такая классная. Медвежатки, ага, хорошенькие. А? Не, ну да, не шелковые, никакой там нитки нету, хорошо им спать будет. Вот. Не, ну это 100% хлопок, конечно. Ну все, 50 комплектов. Спасибо большое. Получили 50 комплектов. Мы очень-очень благодарны. Спасибо большое, это TDCore. Я думаю, что детишки будут благодарны, будут спать на новых комплектах. И вот такие они хорошенькие. Мне очень понравился бежевый. Мне кажется, они такие какие-то выдержанные. Хотя желтые тоже яркие. Да, Роман? Да. Тоже так стоит, так серьезно сейчас. Мишки интересные, ага. Очень интересные комплекты. Но когда мы разговаривали с ними, они говорят, ничего страшного, если они будут без индивидуальной упаковки, ну, без картона, как красиво. Я говорю, я думаю, для садика ничего страшного, потому что удобнее было отправить.
Все, мы все сделали, все сдали и побежали дальше. Это, конечно, когда большие организации, то это очень долго согласовывается. И вот мы, говорю, что начали в октябре месяце. В октябре или в ноябре? Мне что-то кажется, в октябре. В октябре, мне кажется. Мне тоже кажется, в октябре. Такой ветер, я надеюсь, что будет меня слышно. В октябре еще начали все это делать. И я надеюсь, что у нас еще получится с Т-декором договориться, чтобы садику предоставили есть у них... Они сотрудничают с фабрикой детских игрушек, куклы, Валио, которые разработал доктор. Я бы хотела, чтобы в нашем садике такие игрушки были. И надеюсь, что тоже получится договориться, чтобы отправили садику вот такие вот игрушки. Так, теперь дальше. Побежали делать дела. Сейчас приехали в городскую стоматологию, но здесь надо взять направление. Сейчас приехали на почту. Посмотрим, может быть... Что-то пришло, но мне надо сюда приехал на рынок, надо подгузники ребенку купить и надо купить веник. Я вот не знаю, сейчас здесь Галамарт есть. Ты, наверное, пойдешь на почту, это в Галамарт, да, Ром? Хорошо. Ага. Ну ладно, давай. Ключ себе оставить? Нет, ты там, может, машину положишь, если там что-то пришло. Заехала я в Галамарт. Но там совсем печалька. Такой веник стоит. Надо было вам заснять, показать. Вообще ужасный. Я не знаю. Тоже там думала, что может что-то в Галамарте возьму из игрушек Надюшке в дорогу. Но ничего там нет такого, чтобы ей было интересно. Сейчас посмотрю здесь, в этом магазине. Может здесь что-то такое вот интересное. Ну ладно, туда, да. Можно будет что-то взять, что угодно в поезд. А вот обратно, когда у ребенка нельзя будет напрягать глаза, я искренне не знаю, что взять такое, чтобы не надо было напрягать глаза. Мне даже в голову не взбить. Ну, честно, не знаю. И там мы еще будем, в больнице. Это с чем-то ей надо будет играть. С чем? Что-то музыкальное мне сказали. Музыкальное что? Что музыкальное? Я же не куплю вот такой телефончик, как для Тани. Правда? Прям голова кругом. Что такое взять человеку, чтобы ей интересно было? Смотрю, тут есть пианинка вот такая. Мне кажется, ей было бы интересно, наверное, такая вот играть. Что тут еще такого вот есть, даже не знаю. Ну, сейчас посмотрю, похожу. Что-то выберу, наверное, я. Что такое он есть? Пианинка. Тут разные они есть, да? Вот и интересно будет, нет. То ли с ней надо взять. Сейчас попрошу вам, чтобы они на нас зашли. Наша банда. Моя кола. Набор. Мама. Кирочка. Пинки. Что это такое? Это Майнкрафт. Это не надо. Ну это ж тебе что, это интересно, что ли? Ты найдешь, давай мы выберем, с чем ты будешь играть в поезде. А можно я выберу, с чем я буду играть? Мама, чем ты будешь дома играть? Да, вот потому что Надя Надю... бы себе такое вот взяла. А почему Наде можно выбрать? Она там отдел для мальчиков, там отдел для мальчиков. Надюша, иди сюда. Надюша, иди сюда. Надюша. Все? То, что она хочет? Ну не все, ну-ка, что-то возьмем. Надюша, иди сюда. А для меня что-то недорогое. Что-нибудь недорогое для тебя возьму. Ну, мне уже все. Угу. Лизун, да? Угу. Лизун, да, хорошо. Мам, я выбрала. Мама, лол. А ты тогда говорила, что мы Дианин купим тогда лол. Так здесь нету того лола, которого она хотела. Ты можешь вот эту выбрать.
такое вот, смотри. Зачем ей такое? Смотри, можешь даже раскраску специальными ручками, карандашками. Мама! Все, вот такая прошаренная, все знает, что надо выбрать. Книжечки. Ты, Ром, видел дом за 33 тысячи? Всего лишь? Всего 33 тысячи. Да. А вот эта вот машинка 16,5. Это в доме куда дополнительно? Угу. Так, чтобы покатались. Я вообще, я в трансе от таких цен. Угу. Хочешь, но ты с ней играть не будешь. А я в моей колонии. Это что такое, Диан? Это кошечки-потеряшки. И что они делают? Теряются. Давай не будем потеряшечек брать, пожалуйста. Давай что-нибудь другое, может, посмотрим. Мама, а я показала его как мультик, я повая. Какой? Ты смотрела мультик, тебе понравился? Пока. Вот этот? Да, хороший мультик. Хороший мультик. У вас такое есть дома? Поняшь таких вообще валом. Угу, да. Мечи? Да. Ты себе мечи хочешь? Я себе мечи. А что? Давай ты себе возьмешь мечи. Будешь играть. Смотрите, эти пули, которые он хочет же себе, этот, как он называется, эту штуку. Погоди, не помню, парень такой, но положи на место. Должен. У тебя такая кипиш на голове. Да? Чего ужас? Блин, я что-то думаю, наверное, все-таки музыкальное что-то нам взять. Что я не туда зашла? Музыкальное было в другом месте. Что, Маха опять зашла? Что? А почему Наде купили слайм, а нам нет сделанной? Ну, вам потом купим, хорошо? Да нет. Ну, Артемушка, ну, нет пока возможности. Есть что-нибудь? Нет. Что купили в магазине? Я думаю, что возьмем вот такие вот детские ножницы, цветную бумагу. Ой, ничего не порвала. Цветную бумагу. Будем что-то вырезать цветной бумагой. И на альбом будем клеить вот этим клеем. Альбом я купила немножко раньше. Вот такой вот раскрасочка LOL. Нравятся им эти куклы LOL. Для раскраски карандашики. Они двухсторонние, так что будет места мало занимать. Тетрадочки писать. Дальше это какой-то такой вот очень мягкий суперский пластилин. И Надюша себе выбрала вот такой вот. Я даже не знаю, что это такое. Ну, скорее всего, что это лизун. Для чего трубочка, наверное, надувать. И тоже в дороге будет интересно, я думаю, всякие такие штампики ставить. Она это любит, такие дела делать. Может быть, кому-то будет интересно по ценнику. Получилось на 863 рубля. И вот такой вот ценничек.